На улице серо, на улице слякоть, а я лежу на собственном поле ромашек. Хотите так же? Хотите просыпаться утром на поле ромашек? Засыпать вечером на поле ромашек? Пожалуйста, у вас есть такая возможность. На телеканале Шопен Шоу все возможно. Юля, расскажи, как называется эта прелесть? Прекрасное постельное белье, на которое ты легла и действительно почувствовала себя в лете, называется белые ромашки, один из моих любимых цветов. Обожаю правильные формы. Ромашка – цвет романтики. Вообще цветок такой любви, семьи и верности. Цветок очень русский, наш, душевный. И я рада вам сообщить, что это не просто постельное белье из чистого хлопка. Это аристократичный батист авторской работы. Этот принт наши художники рисовали для вас вручную. Писали его на холсте сначала, поэтому такой реалистичный. Действительно, вы приобретаете не просто белье, не просто комплект, да, а кусочек лета в свой дом. Юль, не только кусочек лета, это еще и символ любви, семьи и верности. Прекрасный подарок будет. Да не только новогодний, Юль. Конечно. Возможно, у вас уже планируется у кого-то свадьба летом. Вот надо запасаться заранее, потому что потом бегаем и ищем, что же подарить. 1199 рублей. И ваш авторский комплект постельного белья прилетит к вам. Кстати, Юль, вот этот батист, что это такое? Да, батист вообще ткань особенная. Постельное белье не просто авторское по своему принту, оно еще особенное по ткани. Батист – это чистейший хлопок, начну с этого. Так. И для батиста используется ткань и хлопок особый, отборный. Mm-hmm. Так, чтобы волокно хлопка не имело ни утолщений, не толстенькое было, а ровное волокно. Его скручивают и делают полотняное переплетение. Ага. Ткань пришла к нам из Индии, сама технология. А потом в 18 веке фламандский ткач Жан-Батист Камбре, он повторил, это первый европейский был производитель тогда, повторил из льна, сегодня делают батист из хлопка. Легкое, приятное, мягкое хлопковое полотно, дышащее, гипоаллергенное и комфортное. Батист, как его говорят, аристократичность каждой нити. Ткань, которая имеет невесомость практически, но при этом является одной из прочных. Вы хотите просыпаться на личном поле ромашек, засыпать, просыпаться, утопать в этих белых ромашках. Вы хотите, чтобы ваша кожа сказала вам спасибо, ведь это чистейший хлопок, 100% качество. 1199 рублей, и это постельное белье премиальная у нас сегодня, потому что это авторская работа и это белые ромашки за 1199 рублей. Кстати, у нас целых 5 размеров. Точнее, у вас выбор из 5 размеров. И не забывайте, что есть еще семейный и двухспальный плюс, увеличенный европростыней. Юль, но вот помнишь, нам звонила наша телезрительница и говорила, я профессиональная швея. Помню. Вот вы мне нравится, что рассказываете про все швы. Конечно, про швы. Мы не просто расскажем, а мы крупненько давайте покажем, потому что здесь есть чем гордиться. Арт-дизайн шьет по ГОСТу. Сегодня мало кто это делает, все ПТУ. А дизайн, арт-дизайн шьет с соблюдением государственных стандартов качества. Шовчик идеальный. А значит, постельное белье не потеряет своей формы, оно не будет деформироваться и прослужит дольше. Еще один момент. Батист хорошо прокрашивается. Вы видите наизнанку, да? Наизнанке есть границы рисунка, практически идентичные лицу. Это тоже говорит о том, что белье хорошо держит краситель. То есть после стирок, а батист выдержит больше 200 стирок, хлопковый батист может выдерживать такое количество стирок, не теряя яркости рисунка. А это значит, качество проверено в прямом эфире специально для вас, в обычном магазине. Вот как вы думаете, дадут ли вам открыть просто упаковку постельного белья, чтобы швы посмотреть? Конечно, нет. А у нас все проверяется в прямом эфире. Все проверено. 100% качество, эксклюзивный дизайн и, конечно же, авторское постельное белье специально для вас за 1199 рублей. 5 размеров на выбор. Зайдите в любой магазин, спросите «двухспальное плюс». Я думаю, что многие продавцы спросят, что это такое «двухспальное плюс». А у нас оно есть. Двухспальное с увеличенной европростыней. Заказывайте, потому что к Новому году вы будете спать, конечно же, на вашем личном
поле ромашек. Юль, ну хорошо, вот у нас светлое постельное белье, да, здесь да. И зеленое, и белое, и сочные желтое. Краски. Сочные краски, да. Ну вот постираем мы такое постельное белье, сочные останутся краски? Останутся, я уже говорила, да, что мы с собой на изнаночке посмотрели, да. Как хорошо прокрашен. Вообще, батист еще за счет чего хорошо держит краску. Волокна обрабатываются хлопковой глицерином на производстве. Раньше, когда камбре делал свою ткань, она делалась в подвальных помещениях, влага давала эту эластичность ткани. А сегодня это усовершенствованная ткань с современными технологиями. Поэтому краситель держится хорошо. За счет этого, опять же, ткань не деформируется. То есть в ромбик у вас не превратится после стирок, не переживаем. Она здорово, что она мягенькая, она смягченная. Вот я люблю батист именно за его мягкость. Казалось бы, хлопок, да, ткань такая, ну, имеет микромассажный эффект. А здесь она вот прям вот мягенькая-мягенькая, очень приятно будет к телу. Да, ваша кожа скажет вам спасибо. Кстати, Юль, в семейном же комплекте два пододеяльника. Совершенно верно, есть комплект семейный, он редкий, его многие ищут и многие находят на телеканале Shop&Show. Арт-дизайн нам предоставляет комплект семейный с двумя пододеяльниками. У каждого будет индивидуальный принт, свои ромашки, и каждый будет полутораспального размера. Добавьте в свою коллекцию домашнего постельного белья, текстиля лучшего, авторский комплект. У вас есть такое белье? А это для вас написано вручную. Арт-дизайн действительно на 50% свое белье делает руками художников.